Здравствуйте! Сегодня мы с вами научимся строить треугольник по трем сторонам. Итак, пускай у нас даны три отрезка АВ, СД и ЕФ. Нам нужно построить треугольник с равновеликими им сторонами. Итак, прежде чем строить, мы проведем прямую внизу и отметим на ней точку, назовем ее А1. Итак, для начала мы измеряем самый большой отрезок циркуля. Итак, отрезок АВ. Раствором циркуля, равным АВ, мы ставим засечку на прямой А. Полученную точку мы подпишем В1. Собственно говоря, точки можно ставить любые. Ну, вот мне захотелось А1 и В1. И я могу написать, что А1, В1 равняется АВ. Осталось две части нам построить, две полуокружности. Итак, ставим ножку циркуля в точку С и измеряем отрезок CD. Вот таким образом. Далее, из точки А мы проводим окружность или полуокружность. В данном случае у меня окружность не получится. Я проведу часть окружности радиусом CD. Больше я ничего сделать не смогу. Теперь я точно так же измерю отрезок EF. Вот он. И поставлю ножку циркуля в нашу засечку, в точку B1. И точно так же проведу часть окружности. Мы с вами увидели, что получилась точка пересечения. Я хочу ее назвать точкой C1. Теперь мы с вами соединяем точки C1 и B1 и A1 и C1.